В Башкортостане подвели итоги конкурса на вручение грантов молодым ученым. Победителями названы 20 ученых и аспирантов Евразийского НОЦ. Общая сумма грантов в текущем году составила 15 миллионов рублей. Средства направили из республиканской казны. Аспиранты вузов и научных организаций стали обладателями 10 грантов в размере 1 миллиона рублей на 2 года. На такой же срок 10 кандидатов наук получат финансовую поддержку в размере 2 миллионов рублей. Все они занимаются исследованиями и разработкой по приоритетным направлениям развития науки и технологий. Это цифровая и зеленая химия, передовые производственные технологии, биомедицина и генетика. Гранты победители могут потратить на приобретение оборудования, расходных материалов и зарплату сотрудникам. И по условию данного гранта часть денег обязательно должна быть потрачена на поездки на конференции, чтобы мы популяризировали наши, получается, исследования, чтобы мы обменивались опытом, может быть, какую-то новую информацию для себя узнавали на конференциях. Ну, это действительно так и есть. Я часто езжу на конференции. Очень интересно слушать коллег других, чем они занимаются. И потом еще совместная работа какие-то у нас получаются. К слову, гранты молодым ученым в республике были учреждены впервые в рамках года науки и технологий, объявленного президентом России. Всего на конкурсный отбор поступило 73 заявки от кандидатов в возрасте до 35 лет, 31 заявка от аспирантов и 42 от кандидатов наук.